На нескольких ивановских улицах запретят парковку. Дополнительные знаки, ограничивающие остановку и стоянку авто, установят на улице Лежневская на участке от летчика Лазарева до Диановых, на улице Шубиных, аллее Огнеборцев, улице Громобоя, поэта Ноздрина, Крутицкой и на проспекте Текстильщиков. Там появятся знаки «Стоянка запрещена почетным или нечетным дням». Чтобы соблюдать закон было проще, будет смонтирована и табличка «Работает эвакуатор». Фиксировать нарушения на фото и видео начнут с 21 февраля. А пока есть время, чтобы привыкнуть или поискать другое пространство для парковки. Сейчас на улицах города сложилось очень много стихийных стоянок, которые препятствуют качественному содержанию уличной дорожной сети, особенно в зимний период времени, и препятствуют движению техники для проведения механизированной уборки. Соответственно, в целях этого приняты такие меры. Они не ограничивают стоянку в полном объеме,